Английский учишь? Я уже на втором уровне. Ну, так сказали. Шабнем. Ну, Тэфо. Тэфо не виноват. Он ничего не говорил. Кая? Я жду твоего слова. Эйр, Кая, Кенан. Разве не таков был порядок? Тебе не кажется, что Кенан ждет от тебя именно этого? Мне все равно, чего он ждет. Тэфо, скажи время и место. Об остальном я позабочусь. Тэфо! Завтра он будет произносить речь. Ты фиг. Если не скажу, он пойдет и застрелится. Это лучше. Перед выходом на сцену он репетирует один в комнате. Минут 5-10. Мне хватит одной. Али, не езди туда один. Эзель, ты поедешь, чтобы убить гада или капать мне на мозги? Всего хорошего. Его же там убьют. Поехать за ним? Не позволит. Жди его звонка. Ждать? А что в это время делать? Учи английский. Уже, Джингис, отвечай. Зачем ты меня? Алло, Шабнем? Алло? Извини, набрала тебя по ошибке. Тэфик? Шабнем. Я... Не говори. Ничего не говори. Молчи. Молчи. Это правда? Нет? Так хорошо. Скорее всего, это сон. Проснувшись, мы снова расстанемся. Но во сне ты мне доверяешь? Доверяешь? Нет. Ты хотел меня убить. До сих пор хочу. Тогда почему ты здесь? Люблю тебя. Что поделать? Это сон. Тэфик, неужели? Неужели нет ни малейшего шанса на то, чтобы мы вновь были вместе? Шабнем, если узнают, что я сейчас с тобой, я не могу снова предать этих людей. Не могу их обманывать. Приглашаем на благотворительный прием фонда Биркана. Что такое? Ничего. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Алло, ты где? Ладно.
Ну, если дома, перезвони, я еду к тебе. Спланируем завтрашнее дело. Без тебя сейчас... Ладно, сейчас приеду, поговорим.